Сегодня представители городской администрации и депутаты в очередной раз вышли на улицы столицы. Выездное заседание провели там, где размещаются нестационарные торговые объекты. Проще говоря, киоски. Вместе с народными избранниками в рейд вышла и наша съемочная группа. Таких киосков в Чебоксарах около 1000. Все они разные по размеру и цветовому оформлению. Правда, многим из них требуется ремонт. Ведь с момента открытия хозяева некоторых из них даже не обновляли краску на фасадах, не меняли вывески. Рядом с новыми домами и торговыми центрами эти строения выглядят уродливо. Порой они мешают свободному перемещению людей и уборке улиц. В ближайшее время от невзрачных и неудобных гостей из прошлого намерены избавиться. Администрация города хочет комплексно обновить, чтобы предприниматели обновили все свои киоски. И поэтому продление делаем на полгода. Они обновляют киоск, после этого на 5 лет им даем аренду. А если он не обновит за эти полгода, то уже будем убирать. Сейчас 50% киосков в городе подлежат замене. Кроме этого, власти Чебоксар планируют благоустроить и городские остановки. Вносится дополнительно 25 мест, где будет совмещен нестационарный торговый объект с остановочным павильоном. 25 остановок сейчас определили, где есть возможность установить вот такого же плана красивые остановочные павильоны, которые будут уже разрабатываться совместно с нашим главным архитектором. Преимущество подобных остановок налицо. Здесь можно и от ветра спрятаться в ожидании заветной маршрутки, и купить журнал, газету или сувенир в подарок. На информационных табло благодаря системе ГЛОНАСС можно будет отслеживать график движения городского транспорта. Сейчас самое важное — это то, чтобы мы этот проект обкатали. Очень хотелось бы посмотреть, как будет работать система ГЛОНАСС. Но судя по практике других городов, в которых это уже есть, работает довольно-таки все успешно, и пассажиры, в первую очередь это направлено для них, они очень довольны. Появление интеллектуальных остановок с зонами Wi-Fi и электронными терминалами. Первый такой остановочный комплекс должен появиться у Покровско-Татьянинского собора уже в этом году. На очереди новые павильоны у кинотеатра «Сеспель» и на улице Афанасьева в Чебоксарах. Их эскизные проекты уже согласованы. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.